С началом пандемии на их плечи легла колоссальная нагрузка, и именно в этот трудный период очень важно поддержать тех, кто самоотверженно борется за жизнь каждого пациента. С этими небольшими пирогами хотели порадовать их накануне основного нашего праздника, дня государственного праздника, Дня России, сказать им спасибо и сказать, что без них нашей жизни бы, наверное, не было. Пироги и сладости в знак благодарности испекли 6 курских семей. Спасибо всем, кто нас помнит, кто нас ценит, кто нас уважает. Забота о вас наша – это наша главная работа, чтобы вы все были здоровы, счастливы, не болели. Акцию приурочили ко Дню России.